видеть свой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение. Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Подмогу? Подмогу не надо. Ха. Зря ты прикидывался одним из нас. Ха-ха. Да, какой же ты был тупорылый. Сэр? Эй, Бакстер, эй! Эй! Ну-ка давай, свидетелей опроси. Ну? Ага, это я тупой. Это не ваш участок, лейтенант. Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да, участок не мой. А дело мое. Завтра оно будет моим. И послезавтра. Пока не схватим его. Запомните это, сержант. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя. Ладно, ладно. Можете не торопиться. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач. У меня есть одна просьба. Скажи Джулии, я скучаю. Она знает, Рекс. Знает. Я должен найти моего убийцу по свежим следам. Пробую заглянуть в блокнот Стюарта. Что там им известно? Видели мужчину в капюшоне? Я видела. Он убил того человека. Вот бы узнать, о чем они говорят. Надо выяснить. Может, они уже что-то раскопали, а я не знаю. Надо бы изучить эти улики. Просто успокойся. С людьми надо разговаривать спокойно. Хорошо, что я не коп. Как это мы должны не волноваться, если они даже своих не могут защитить? И чего копы такие молчуны? Ведь гласность им только на пользу.
Потрясающе! Она как работающий электровеник. Какое странное дело. Столько полиции, а результатов ноль. Ну и ночка, а, Робинсон? Да. Охренеть. Ронан, не верится. Не пойму, что он вообще здесь делал? Нарывался. Был звонок, кто-то видел, как в этот дом вошел звонарь. Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Ронана крылышек за спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Семь пуль прямо в грудь, правда, в упор. Ты все никак не уймешься, Бакстер. Ты его татухи видал, все это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. Да, живешь как вор, сдохнешь как вор. Он был одним из нас, кретин. Не знаю, что и сказать, но почему за мной происходит? Я хочу прийти домой, поужинать. Эй, вы в порядке? Даже не знаю, что я вообще здесь делаю. Надо пойти домой, лечь в постель. Скорее всего, новость уже разошлась по соцсетям. Как хорошо, что меня тогда здесь не было. Люди, похоже, думают, что я в кино снимаюсь. Так, будь терпелив с ней. Она взволнована, понятное дело, не привыкла к подобным зрелищам. Мужчина в капюшоне. На улице. Он смотрел на окно квартиры на четвертом этаже. Убийца пришел сюда не просто так. Что он искал? В квартире наверняка остались улики. Вот она, моя дверь, и она закрыта. Шикарно. А вот это вовремя. Надо пройти следом за Стюартом. Минутку. Мне что, теперь каждый раз надо ждать, пока кто-то откроет дверь? Ну да. Они тут половину здания осветили. И попасть в них не так-то просто. Но когда ты уже внутри, все, никаких проблем. Выходить будешь также в открытые двери, в окна. Куда угодно, без проблем.
И много здесь таких зданий? Здесь-то? Да других и нет. Не волнуйся, ты привыкнешь. Ага.